Всем привет, уважаемые подписчики! К большому сожалению, не стало актера сериала «Пес» Александра Тартышникова. В Украине на 81-м году жизни скончался советский украинский актер Александр Тартышников. Об этом сообщается на странице Харьковского государственного театра имени Шевченко. Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное. Светлая память Александру Максимовичу отметили в театре. Александр Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте. В 1960-е годы работал в театрах Красноярска и Архангельска, Белгорода, Николаевича и других советских городов. С 1974 года стал служить в Харьковском государственном театре. На экране впервые появился в 28-летнем возрасте. Он сыграл в военной драме о защитниках Одессы «Поезд в далекий август». За свою карьеру снялся в 27 фильмах. Одна из самых известных его ролей – майор СС в ленте «Отряд особого назначения».